То есть ничего там старинного нет. Но мы еще, может быть, по случаю поговорим. Ну, кстати, да, но я просто еще напомню, как и Стоунхендж, например. Знаешь, там сейчас... Да, Стоунхендж. Ничтожество умняшься, говорят. Ну, Стоунхендж, ну да. Да, вот Игорь Владимирович Давиденко делал доклад по Стоунхенджу, он показывал фотографии его так называемой реставрации. Оказывается, что все эти монолиты были подняты в 19 веке, в 20 веке кранами, и скреплены железобетоном. И мало того, расставлены не так. Да, то есть это да. И называется, ну, как бы так и было. 200-300. Петропавловская крепость, ну, то считается как бы символ. Символ Петербурга. Но это, как он писал, полное недоразумение. Потому что она, во-первых, так никогда не называлась. Никогда. Она называлась, и сейчас, хотя она официально называется Петербургская крепость. Петербургская крепость. А при Петре она называлась просто Петербург. Бург – это крепость, а Петр – Петра. Это была крепость Петра, и потом то, что мы называем Петербургом, считая, что это был город Петербург, конечно, речь шла вот именно вот об этой крепости, Петербургской крепости, которая дала название как бы городу, потому что вокруг нее там вот были построены несколько сооружений, которые были как бы ядром первого Петербурга. Так вот, Петропавловская крепость, как она сегодня называется, по названию собора, она была при Елизавете построена, при дочери Петра, в 1740 году. Если скажу одну вещь, а потом я вернусь к началу, и видите, что тогда произошло на самом деле. Значит, Петр построил крепость свою, заложил в 1703 году, но это совсем не та крепость, которую мы видим сегодня. Она была совершенно другая по архитектуре. Совершенно другая была, так сказать, по назначению и, самое главное, по исполнению. Это была земляная крепость. Это была не кирпичная, не каменная, а это просто, ну, такая глина с камнями, со всякой грязью, перемешана с соломой и прутьями. Так называемые бутовые застройки. И вот они были типа таких валов. Такие были сделаны бутовые валы на скорую руку. Потому что эта территория вот, в 1703 году, она принадлежала Швеции. И Швеция, ну, извините за такое, так сказать, грубое сравнение, у них челюсти отвисли, когда они видели, что на их территории какие-то посторонние люди строят сооружения. А так оно и было. То есть в Швеции был полный шок. Это все равно, что сейчас вот приедут шведы в Москву и на Красной площади будут крепость себе строить. Так оно и было тогда. Но это говорит о том, что тогда еще не было жесткого понятия государственных границ. Границы не охранялись. Петр, когда они ездили со своим посольством по Европам, они ездили как по своей вотчине, на самом деле. Это показывает то, что еще в 18 веке понятие государства и право, государственное право, было совсем не таким, как сегодня. Это мы тоже посмотрим подальше. Вот. Потом, что дальше было? Значит, ну, построили собор Животворящей Троицы, якобы при Петре. Но, к сожалению, оно не сохранилось, от него даже камня не осталось. Ни одного камня, вот как раз он около Петропавловской крепости был построен. Но сразу хочу подчеркнуть, что собор был посвящен Троице. Это просто тоже небольшое отклонение от темы, но религия в России того времени, она была вроде как бы христианской, но там совершенно другой был пантеон богов, пантеон святых. Значит, главным богом была Троица. Причем Троица понималась именно как женщина, и она была богом. Понятно, что современные богословы Троицы называют очень сложный догмат из трех, я бы сказал, букв или из трех пальцев. Ну, и понятно, там Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух. Но невозможно представить, чтобы страна Россия, она достаточно была все-таки дикой, по смысле образованности по Западу, чтобы она молилась вся какому-то христианскому догмату. Это же немыслимо просто. Естественно, что Троица персонифицировалась, и Троица была главным святым, главным богом на Руси, и главным праздником на Руси была, конечно, Троица.
И следы этого сейчас тут хорошо видны. Вы смотрите, вот только что праздновали Троицу, как Троицу праздновало все общество. Гораздо более победно, чем, допустим, Рождество, которое является, в общем-то, католическим праздником. Или чем Пасху, которая является, скорее, все-таки иудейским праздником. То есть Пасха – это праздник иудейский, Рождество – католический, а вот Троица – это был чисто русский праздник. И он, в общем-то, такой даже как бы языческий праздник, потому что на Троице огромное количество языческих обрядов исполнялось и так далее. Так вот, естественно, в Петербурге был построен храм Первой Троицы, естественно. Храм Троицы. От него, естественно, ничего не осталось. Троица не существует. Но она якобы сгорела в 1913 году. Но сгорела не та Троица, которую построил Петр. Петр построил деревянное сооружение, сделанное на скорую руку. Вот я говорю про крепость Петропавловскую, которая была сделана из глины, которая размывалась любыми дождями, чем угодно. А и сооружения все были просто сделаны на скорую руку из дерева. Вот вроде того домика Петра, который сейчас мы можем наблюдать, такой маленький домик, якобы император жил в такой лачуге, из дерева сделанное. На этом дереве рисовали краской оранжевой снаружи кирпичи, чтобы шведы, проезжающие мимо, думали, что это кирпичное сооружение. Петр раскрашивал свои деревянные сооружения под кирпич снаружи. Это была, естественно, бутафория, Потемкинская деревня. Потемкинская деревня. Да, гроб прообраз абсолютно. И так оно и было. И потом храм Троицы, который построил Петр, он простоял очень мало, сгорел и исчез. На этом месте много раз строили. Можно еще, значит, старейший храм Питера, который существует сегодня, это собор Святого Владимира на Петроградской стороне. Но, к сожалению, это 1789 год. То есть после Петра прошло вообще уже 60 лет. Я говорю специально о очень старых сооружениях. Но очень красивый Никольский собор, все знают, недалеко от Мариинки, от Мариинского оперного театра императорского. Такой голубой, с белыми куполами. Ну, это Екатерина, естественно, 1762 год. Но, скажем, это 12, здание 12 коллегий, казалось бы, Петр строил. Это архитектор Трезини. Ничего подобного. 1742 год, оказывается. 1742 год. Хорошо, кунсткамера. Ну, казалось бы, кунсткамера – святое дело. Петр делал. Ничего подобного. Кунсткамера – это вот Георг Моторнови. 1728 год. То есть через 3 года после смерти Петра. То есть при Петре кунсткамера была, но она была в каком-то помещении, не приспособленном для хранения вот этих вот... То есть не современное? Нет, конечно. Это не Петровское сооружение. То есть все здания новостей комнаты, которые мы думаем, Петровские, они к Петру не имеют никакого. Там же какие-то огромные просто количество он насобирал вот этих артефактов всех. Нет, их очень мало. Их очень мало. Он их там просто с какой-то... Во-первых, нет. Во-первых, они покупались. Во-вторых, их там очень немного. Ну, порядка 200 экспонатов, по-моему, где-то около 200. Это не так много. Это в открытом доступе. Ну, я знаю. Ну, вот мы немножко об этом еще подальше поговорим. Вот. Так что вот, да, вот на Васильевском острове, вот я вот цитирую официальную справку, сохранилось одно, ровно одно здание гражданского назначения, которое относится к первой половине вообще 18 века, даже не к Петру, а к эпохе Петра, даже вот после того, как он умер, к эпохе Петра. Если вы знаете, это правый, значит, правый берег Невы. Левый берег Невы, это там вот то, что мы привыкли сейчас, Невский проспект, там вот все эти красоты. Это было только после Екатерины, осваивалась территория. При Петре там были крестьянские слободы, рабочие слободы, ну, грубо говоря, свалки, там ничего не было, ничего не строилось. Адмиралтейство, например, которое мы сейчас видим, это совершенно другое сооружение, абсолютно. К Петру никакого отношения не имеет. Петр построил деревянное адмиралтейство. Вот. Зимний дворец, ну, это 1839 год. Летний дворец Петра, ну, считается, вот хорошо, летний дворец Петра, ладно, вот недалеко от Зимнего дворца существует это летний дворец Петра, вот там как раз рядом летний сад, между летним садом и Зимним дворцом такая вот эта лебяжья канавка, и там вот якобы летний дворец Петра. Ничего подобного, он был разрушен полностью. И то, что мы видим сегодня, это муляж, бутафория. Построили Елизаветы, Елизавета Петровна строила. Вот, а до нее там было все снесено, были конюшни. То есть то, что построено сейчас, это примерно то же самое, что сделал Юрий Михайлович Лужков с храмом Христа Спасителя, который построен тоже как бы по чертежам, но абсолютно по современным технологиям, без стекла и бетона. Понятно, что нельзя его считать
памятникам Петровской эпохи и так далее. Вот. Вот, вот по поводу домика Петра тоже, конечно, вот очень интересная история. Считается, что, ладно, вот вроде домик Петра сохранился, но по очень многим косвенным соображениям, похоже, и скорее всего, это следствие проекта, действительно проекта, который называется Е2П1. Е2П1. Это не шахматы, нотация, это не шахматы. Е2 – это Екатерина II, а П1 – это Петр I. Это то, что написано, ну, там написано подробнее немножко, Екатерина II Петру I, ну, сокращенно вот так. На памятнике Петру, конном памятнике, когда он сидит на лошади, кстати, это первый памятник скульптурный в истории России. Первые вообще. Это конец 18 века, начало, ну, конец 18 века. По-моему, 1892 год, я так точно не помню дату, но вот где-то вот в этом районе. Вот. Ой, 792, конечно, да. 792, конец. Помедного всадника, да. Да. Но помедного всадника я поговорю отдельно, потому что это тоже песня, которая настолько не совпадает с тем, что написано в пособиях, что все удивитесь. Значит, это первый скульптурный памятник, а причина простая. Религия. Религия запрещала скульптурные изображения. Не было скульптурных изображений в храмах, никогда в русских храмах, это понятно, да? Только плоские иконные изображения. Это запрещено, это какая-то католическая штука. Вот. А по существу это следствие, в каком-то смысле, в общем-то, ислама. В исламе же вообще запрещено изображение людей и животных. Но там и скульптуры, и изображения. Нет. Нет никаких. В исламе скульптуры нет никаких. Ну да. И до сих пор. У католиков, наоборот, резьба по дереву. Конечно, а на Руси не было. И вот первый памятник, это тоже, кстати, вот следствие реформ Петровской эпохи, когда появляются скульптурные изображения в России. И вот они в Петербурге появляются, но они появляются все-таки не при Петре, а считайте, почти через 100 лет после смерти Петра. В Петре никаких скульптур не было, нигде вообще. То есть это некая вестернизация получается? Так нет, вот, так нет, вот я буду все время об этом говорить, что Екатерина II, почему вот сейчас мы видим столько нестыковок, уже видим столько нестыковок между официальным, так сказать, описанием эпохи Петра, которая якобы действительно перевернула Россию, и ее реальными следами. Реальные следы не совпадают, видите, пока мы ни одного здания не видим из Петровской эпохи, не видим географических названий, не видим ничего. Екатерина II, будучи урожденной немкой, и она всю жизнь говорила плохо по-русски, с акцентом и так далее. Хотя очень любила русскую историю, но русскую историю в своем исполнении. Потому что до нее никакой русской истории не существовало. Она написала сценарий русской истории, и в этом сценарии, по этому сценарию заставила работать историков России, которые писали историю, которую мы знаем сегодня, по ее лекалам. И в этом сценарии, естественно, она себе отвела второе место, а первое место она дала Петру Первому. Ну, по-моему, не историков России, а как раз немецких. Ну, понятно, я историков России, но немцы, но они были историками России. Они разве русские поданные были? Мне казалось, они приехали. Нет. Я имею в виду, что и Шлёцер, и Байер, и Миллер, они были немцами, но они писали историю России. Ну да. Потому я их называю русскими историками. Не по национальностями, а историки, которые первые начали писать российскую историю. Но там еще был Елагин. До этого Елагин, он тоже участвовал в этом конкурсе. К сожалению, проиграл. То есть история Елагина не прошла высокую цензуру. Но потом была история Татищева, все вы знаете, она была доекатерининская. Но она настолько не совпадала с ее сценарием, что даже Пушкин, которого мы все сегодня все так любим, он сыграл огромную роль как раз в историографии Петра, и мы сегодня обязательно об этом поговорим, а потом мы будем обсудим эту историю пушкинского Петра на круглом столе отдельно, потому что там будет у нас полемика. Он был все-таки Пушкин официальным историографом был. Вот. Ломоносов, по-моему. Да. Значит, Пушкин называл Татищева самыми последними словами, там, проходимцем, какими-то низкими грязными словами называл, потому что считал, что Татищев совершенно не удовлетворял концепцию Екатерины II. История Татищева сильно отличается от официальной истории. Вот это тоже можно разбирать отдельно. И, кстати, очень многие татищевские труды в итоге пропали. А та история, которую нам сегодня преподносят, она, по-видимому, очень сильно отредактирована Екатериной.
все-таки. Но вернемся к Петру, давайте, потому что вот я уже показал, что корни-то идут отсюда. Значит, вот Екатерина II, желая построить себе фундамент нерукотворный, она стала лепить вот этот миф о Петре Первом. И в частности, она вот создала как раз вот этот домик Петра, бутафорский, который стоит вот на Петроградской стороне, куда уводят туристов. И официально вот прямо туристам всем говорят, что естественно, что это, ничего там не сохранилось. Предупреждают, что этот домик воссоздан по рисункам и гравюрам. То есть то, что мы видим сегодня, домик Петра, это даже не екатерининский домик, даже не екатерининский домик. А это, в общем, вот для туристов сделали развлекуху, построили такую вот бутафорию, ну, якобы по чертежам и прочее. И вот там, то, что вы сегодня видите в этом домике Петра, это, конечно, ну, смешно, потому что это, ну, просто абсолютно новодел, который, не моргнув глазом, выдают за подлинник. А туристы верят в это. Но вопрос, то есть что, она уже заранее создавала его как туристический объект, то есть она понимала выгодность? Ну нет, я думаю, что, я думаю, что она имела в виду не как, не как туристический объект, а как объект эпохи Петровской, который нужно было предъявлять. Вот. Но если сейчас тут все-таки вернемся к Екатерине, это очень интересное вообще сопоставление, потому что ведь коренные петербуржцы, они по существу ведь разбиты на два лагеря. И есть поклонники Екатерины, есть поклонники Петра. Ну, и те, кто историей занимаются. И между собой они довольно сильно, в общем-то, даже как бы конфликтуют, если не сказать, враждуют. То есть они считают, что действительно Петр сделал Петербург. А другие считают, что Екатерина. Но вот исследования показывают, что действительно Петербург, который мы знаем сегодня, и который воспевал Пушкин, это действительно Петербург, естественно, екатерининский. Вы все эти дворцовые ансамбли, которые мы знаем, ну, естественно, Стрелка Васильевского острова, да? Это Тома де Тамон. Это растральные колонны, это здание биржи, вся эта прелесть безумная. Это Екатерина, естественно, вторая. Это Растрелия, это комплекс зимних дворцов, комплекс мостов, все эти набережные. Ну, естественно, Невский проспект, это тоже очень многие удивятся, но что, значит, он начинает где-то примерно с 1739 года, Невский проспект начинает закладываться. Ну как закладываться? Как дорога, ведущая к Александро-Невской лавре. А складывается как городской ансамбль только при Екатерине. Ну, где-то где-нибудь году, так в 1760-м, где-то вот так начинает складываться. И поэтому, когда вот Пушкин описывает Петербург, то и Петербург уже при Пушкине полностью екатерининский. Это мы сегодня не можем найти ничего Петровского. Но и при Екатерине уже ничего Петровского не было. И что подтвердит эту точку зрения, я зачитаю еще одну цитату из документа. Документ очень интересный и, как бы сказать, он общедоступный, потому что Петербург, конечно, привлекал внимание и как объект эпохи, и как исключительно красивое архитектурное сооружение, ну и даже как вот Астольф Дегустин, который барон, посещал Россию в начале 19 века, 19-го, описывал Петербург как безумно красивую декорацию, как он считал, для совершенно неподходящего народа. Но потому что он считал, что в Руси живут одни татары, которые там в бане не моются и вообще ходят в лохмотьях. И вот он считал, что Петербург – это безумно красивая декорация для совершенно неподходящего народа. И очень большой гнев вызывал у властей придержащих этим текстом. Но вот, пожалуйста, я беру, сейчас зачитаю текст из официального путеводителя, который до 1916 года, то есть до самой революции существовал. Я потом очень короткий абзац, я вот зачитаю. Со смертью Петра развитие молодого города сильно затормозилось. Значит, Петр умирает, город затормаживается. В неподолжительное царствование Екатерины I, ну, я говорю, полтора года, ну, там около 2 лет, не больше, для дальнейшего устройства города ничего сделано не было. А последующее, тоже неподолжительное царствование Петра II, грозило полным исчезновением города, так как государь, а вместе с ними весь двор, переселились в Москву. Петербург просто опустел. То есть в 1728 году в Петербурге просто никого уже не было. Просто никого не было, потому что весь двор и вся знать уехала в Москву. Значит, и это, кстати, перенос, если эту дату стираю, это перенос
столица из Петербурга обратно в Москву. Многие, кстати, не знают, что столица обратно в Москву ехала. Ты знал об этом, да? Ну, в общем, да. Что вернули обратно в Москву, Москва. Вот. Все знают, с облегчением. Все дворянство, все уехало туда. А кто остался в Петербурге? А никто. Потому что, сейчас буду показывать дальше по документам, Петербург строился при Петре, ну, если выражаться современным языком, вахтовым методом. То есть рабочих привозили и рабочих увозили. Только увозили не в виде рабочих, а в виде, пардон, трупов. Ну, то есть они были не рабочие, они были рабами. Их как рабов привозили, они работали, в частности, на галерах. Вот когда мы видим картинки там Зубова, огромное количество гравюр, и там моряки сидят, гребут. Это не моряки и не какие там крестьяне, которых привезли. Это самые настоящие рабы. Рабы в самом классическом древнеримском смысле этого слова. И поэтому они умирали, и этих рабов выкидывали, там, утопили. Их даже не хоронили. Но рабы вообще, скажем, в римском понимании, это же, скажем, пленники, да? Там? Да, я сейчас законы прочитаю. Дело в том, что они на Руси назывались по-другому. Они назывались холопы. Это мы сейчас думаем, что холоп – это какая-то предвидительная кличка. Нет, холоп – это просто вот название раба. Холоп по всем абсолютно признакам – это был раб. Потому что он продавался, покупался, можно было завещать его, там, подарить, еще так далее. Ну, в общем, они еще не были крепостными. Это был так называемый холопий приказ. Так вот, вахтовый метод, поэтому в Петербурге некому было жить. И что происходит? Происходит вот что. Государь и вместе с ним двор переселились в Москву, куда были переведены все государственные учреждения. Город опустел полностью, представляя собой печальную картину абсолютной заброшенности, точно после постигнувшего его бедствия. Население покинуло город, а дома, брошенные на произвол судьбы, стояли без крыш вообще и разрушались. Почему они стояли без крыш? Это я могу еще дать комментарий. Потому что крыши были соломенными. Но думают, что вот Петр построил каменный Петербург. Спрашивают, куда делись эти каменные дома. Мы только что перечисляли, что их никого нет, никаких при Петре каменных домов не было. По статистике, которая есть в архитектурных справочниках, можно посмотреть. Даже последние годы Петровского правления в год во всем Петербурге строилось одно, я на эту цифру напишу, чтобы все ее видели, ровно одно каменное здание. Можете представить, что такое одно каменное здание на для этого города, который «люблю тебя, Петра, творение». Как такое может быть? По одному каменному зданию строилось. А что строилось? А строились временки. Потому что город строился именно как временное пристанище, временный пункт, как временка. Строились вот эти картины, которые мы видим красивые, это все вот какие-то, ну, вот как мы сегодня говорили в начале, потемкинские деревни. И поэтому после смерти Петра за 3 года все эти потемкинские деревни, естественно, рухнули. Ну, кстати, как дома из фанеры. Это были мазанки. Дома строились из соломы, из хвороста, из дерева, в лучшем случае. Обмазывались глиной. И еще в лучшем случае раскрашивались под кирпич. Кирпича не было. Не было кирпичного производства. Известно, что Петр I послал незадолго до своей смерти первых русских специалистов в Голландию учиться производству кирпича. И начали строить кирпичные заводы только в конце правления Петра, поэтому кирпичную столицу... А как же этот великолепный кирпич Ивана Грозного там? А вот это эпоха 16 века. Ну, это вот, это тема еще для отдельных разговоров, потому что, если видите, что эпоха Петра, ну, просто насквозь мифологизирована, это мы еще только маленькие кусочки начали только, потом поговорим дальше, вы увидите, что там творилось еще более страшные вещи. Эпоха Ивана Грозного, она вообще практически не дошла до нас в виде документов. То есть те документы, которые нам известны, они известны в единичном каком-то количестве, в очень небольшом. И те документы, которые есть, которые хранятся в Российском государственном архиве древних актов, они все являются копиями. Нет, я имею в виду, что романовская эпоха. Помнишь, там разница там Грозный, да, кирпич, да, и Годуновский, да, кирпич. Да. Значит, ну да, 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 да. Значит, ну давайте, ну, вот я одно слово скажу на эту тему. Значит, во-первых, строили, естественно, не россияне, а итальянцы. Известно, что Кремль полностью построен итальянцами, вот этот Кремль московский, белокаменный или кирпичный Кремль. Строили итальянцы, и производство кирпича, если оно было, оно было итальянским. Это строили не русские рабочие.
И русские не умели, не умели же и лить пушки и колокола, потому что привезли специально, ну, Аристотеля Фиораманти, Аристотеля Италия, который вот устроил в Москве пушечный двор, вот как раз за детским миром, знаешь, да? Улица Пушечная называется. Вот это сделал Аристотель Фиораманти. Самый конец 15 века, начало 16 веков, потому что в России не умели лить ни пушки, ни колокола, ничего этого не было. Не было литийного дела. И не было строительного дела, потому что известно, что первая попытка построить из кирпича, кстати, действительно, Покровский собор окончилась жуткой неудачей, крахом. Он просто рухнул, будучи недостроенным. И погреб под себя там ряд строителей. Это факт известный, известно, что Покровский собор наши построить не сумели, и поэтому пришлось звать новых итальянцев. Итальянцы строили. Поэтому, естественно, Петр хотел, чтобы были свои собственные мастера, а собственных мастеров кирпичных не было. То есть, по-видимому, нет, видимо, кирпич был, но не тот кирпич, который мы сегодня как кирпич понимаем, а, видимо, плинфа. Плинфа – это такие были плоские кирпичи, они не были стандартизованы, а вот то, что ты говоришь, годуновский кирпич. Надо смотреть, эпоха Годунова – это эпоха так называемой смуты, да, российской смуты. Вот, это она все-таки за 100 лет до Петра. Если Петровская эпоха, сейчас мы видим, что это еще цветочки, то сейчас самое дикое пойдет дальше. Нет, как раз помнишь, да. Годунов перешел с плинфы на вот этот вот большой кирпич. Который, на стандартизованный кирпич, да. Который потом уже заменил, да, как раз Петр, насколько я помню. Нет, но вот с Петром... Сейчас уже стандарт вот этот, который у нас и в наше время применяется. Да.